Друзья, всех рад поприветствовать. Заметка будет касаться тормозных дисков и колодок от компании UBC. Поставил я весь этот комплект еще зимой, как вы помните. Сейчас уже у нас лето. Достаточно большое количество километров я на этом комплекте проехал, и можно поделиться уже какими-то выводами и наработками. Итак, начнем. Передний комплект полностью у меня забазирован на UBC. Это и тормозные диски, и колодки UBC Performance. Смесь органика. Показывает себя данный комплект отлично. Можете даже видеть, что защитное покрытие пока еще до сих пор целое на тормозном диске. Колодки не пылят, не скрипят, нормально оттормаживают автомобиль. Как при плавных торможениях, так и при достаточно активных резких торможениях. То есть на данный момент по данному комплекту никаких вообще у меня вопросов не возникло. То есть за ту стоимость, которая предлагается на рынке за данные комплектующие, я считаю, что это, наверное, будет один из лучших вариантов. У кого есть какие-либо комментарии, заметки на эту тему, вы также можете в комментариях отписаться. Но факт есть факт. Автомобиль ездит, проблем нет, все работает, все четко. И, кстати, тормоза в разы лучше, чем на вот этом небольшом автомобиле, где стоят колодки от компании NIBK, которые пойдут на замену, потому что ездить на машине реально невозможно, она просто не тормозит. Задний комплект у меня забазирован был на дисках от производителя Тайга. Колодки также UBC Performance. То, что касается дисков Тайга, работают они вроде бы нормально, но защитное покрытие все облезло. То есть они просто все заржавели. Причем они заржавели практически сразу же после установки. То есть вот я их только поставил, выехал, проехал, грубо говоря, 1000 километров, и они покрылись ржавчиной. Поэтому в этом плане UBC пока себя показывают более интересно и более в лучшем качестве. Берите на заметку, возможно, кому-то данная информация пригодится. Я, когда устанавливал эти диски и колодки, в принципе, преследовал только одну цель, чтобы у меня диски выглядели как-то более-менее эстетично и прикольно, нарядно. Но вдобавок я еще получил достаточно неплохие свойства и характеристики при торможении. Вот сейчас по тормозам к данному автомобилю вообще никаких вопросов нет. Шикарно автомобиль оттормаживается. То есть, еще раз повторюсь, достаточно большое количество километров уже проехал на данных комплектах. Вопросов нет от слова совсем. Единственный момент, с обратной стороны вот эти проточки, они забиваются, и иногда их надо на подъемнике почистить. Но это делается при проведении технического обслуживания. То есть отверточкой аккуратненько я вот эти канавки прочистил. И сейчас, в принципе, также все стало нормально. Благодарю за внимание. Всем желаю здоровья, удачи и, друзья, благополучия.